Всем доброе утро. Мы с вами, как всегда, на Колораж. Ну, во всяком случае, я точно. И вот сегодня после одного прогула отправляюсь на пляж плавать. Что хочется сказать вам про погоду в столь ранний час? А сейчас приблизительно 7 часов утра. Погода как бы хорошая. Ну, легкий такой ветерок. Холодный. Ну, не холодный, но холодный. Свежий такой. У меня четверка. Однако должен сказать, что как бы он все равно теплее, чем вот позавчера. Намного причем. Доброе утро. Позавчера вот было свежо вообще. Как бы вот так. Но все-таки, ребятки, 18 августа как-то так. Или 19, а не, вроде 18 еще. Лето, как в песне, пролетает, все останется позади. Но мы-то знаем, что лучше, конечно, впереди, но как-то мало того. Как-то мало, хотелось бы еще побольше лета. Посмотрим, наверное, будет. Наверное, все-таки речь идет о том, что сезон продлится. Чуть-чуть захватит октября, но сами знаете, что ходят всякие разные дурные слухи. Что типа, мол, 20-22 все будет плохо. Так, ребята, опять моют. О, и такая дребедень каждый день. На пляже народа стоит фигища. Собирается новая группа. Здорово, проходит на этаж. А? И сейчас мы их заснимем, может быть. Ну, пока я инструктирую, так не так интересно. Пойду раздеваться пока. И тоже пойду в море. Так, ребят, что касается моря. Да, сидеть можно такое море. Люди уже купаются, смотрите. Начнем. Пребывание на пляже, пожалуйста. Полежали. Подумали там о чем-нибудь хорошем, о своем. То, о чем. Кто-то подумал, что я, наверное, блин, надо было бы сидеть дома. Огурцы закручивают, а я тут на море загораю, но вот лучше на море загорать. Огурцы можно купить, если что. Посмотрели на полнейший штиль. Так. Море просто так слегка-слегка шепчет. Назло капает. Не попало, попало, пара капель на английский. Пойду вытирать сейчас. Смотрите, блин. Сейчас вот это вот покажу вам. Хотя что вытирать там нормальный маленький капелюшечки. Вода теплая и море прозрачное, прозрачное. Ух, классная вода. Вот воздух гораздо холоднее, вода. Вот теперь я уже точно скажу с твердой уверенностью, что как слеза. Вот, прозрачная, очень даже. Людей на пляже чуть-чуть поменьше, чем вот буквально недельку назад. Видимо, все равно ветерок немножечко распугал. Но в целом очень даже прикольно. Напомню, сейчас практически 7 часов утра. Я часы опять как вида не взял. Все время про них думаю, взять и забываю. Колесико на месте, лежаки тоже. Что вам сейчас сказать? Сейчас подождем йогу, а потом я сам отправлюсь в заплыв, наверное. Но это уже будет другая часть марлезонского балета. Кто-то он качается на качельках, кайфует вообще.
а я сижу, такой дядька говорит на берегу. Вода очень теплая, заходишь там что-то. Я сейчас зайду вместе с вами. Хотя эффект моря у нас будет в отдельной части. Эффект моря будет прямо в море. Хорошо. Хотя, может быть, стоило начать с эффекта моря, заплыть туда подальше, вот к тому кораблику. Там, ну, кораблика, наверное, смысла нету, но поблизости можно поплавать. Поснимать его. Показать вам, что да как. Ну, а пока смотрите, наблюдайте. Теплое, спокойное море в Ладожском. Чистое, ничего тут не цветет. Камешки, вон, смотрите, дно видать. Отсюда хорошо прям. Видите, я стою где-то, но у меня воды, ну, плечи накрыты уже, уже под водой. Руки над водой. Ну, соответственно, башка тоже над водой. Что, пойду возьму эту штуку, кинцу. Нацеплю ее. И, наверное, следующую часть мы будем снимать. Хотя нет, я же жду опять группу в полосатом купальнике. Но штукенцию все равно возьму. Все равно ее надо будет сейчас подготавливать. Итак, я вот взял штучку свою. Сейчас покажу вам поближе вот эти вот доточки прикольные. Вот такие. Красивый и, возможно, как-нибудь. Но это, правда, прогулка. Это, кстати, занимает часика два, ребятки. Часика два. Как-нибудь, возможно, я тоже прокачусь. Но не сегодня. Сегодня у меня Сигида Лилю отсутствовал вчера, поэтому надо решать ряд наболевших проблем. По дому. Так, отлично. Посмотрим, проводим ребят и поплыву сам тоже в море вместе с вами. Все, этот инструктаж проведен. Ребята получают жилеты. И вперед. Вот. Привет нам передают. Каждое утро, ребятки, вот отправляются в море. Сейчас проводим очередную группу, я их все время жду. И вот второй раз мне везет. Пойду из воды буду снимать, шпионить. Хорошо. Водичка вообще, как будто бы... Как будто бы, прям, я не знаю, парное молоко. Так, ждем новую команду счастливчиков, которая увидит, возможно, даже увидит дельфинов, действительно. Дельфины с утреца подходят, как мы слышали. О, блин, а где судно? Я так хотел к нему подплыть, поснимать его. А оно уже вообще скрылось с горизонта даже. Его даже не видать-то. Народ веселится и гуляет, весь народ, как говорится, как я написал в одном из сообщений. Но это было пролепо, пролепо. Точнее, из роликов. Ну. Какой вес? Чего там? Все, скоро. Для него любой предмет где куда? Скоро. Команда отправляется в море. В прошлом году я видел, вот тоже ребята были, мы начинали в том году, а в этом году уже все, это движение набрало какое-то. Как все, что они набрали? Это я подписчиков набрал, у них вот как бы много появилось желающих, заинтересовались вот такими вот прогулками. И видите, пользуются спросом. Достаточно много ребят вот отправляются в море сегодня. Так.
и девушки, и парни. И помните, даже маленький мальчик был вообще там лет, наверное, 9-10. Ну а для вас я напомню, что это все находится на улице Калараш, в районе Стелла. Давайте. Прогуляйтесь в море. Прикольно навесли такой на рукавник. Чтобы, если вдруг уронили, то не потеряли. Плавник на камне не ставит, а там сзади такой плавник. А это Елена. И Елена уже опытная, видимо, уже не раз ходила в море. Так бац, бац, быстренько так и... Ну, меня уже сегодня уже за того. Все, группа уходит в море, ребятки. Красиво, красиво, здорово. Так. Ага. Вот теперь это на берегу сделала. На берегу нельзя. Сначала клади все тело на доску, потом ноги. Вот так, молодец. Ладно, я не буду мешать девушке, а то, наверное, смущает ее камера. Все, группа пошла в море. Посчитаем, пожелаем, конечно, удачи им. Даже немножечко сопроводим. Вот вереница, вереница. Бразилия, подождите, не знаю, куда он делся. Все. Ну, красиво, действительно, красиво. Так вот. Надо будет, надо будет. Ну, мне уже поступило предложение. Я вот как-нибудь надену вот эту вот штучку на голову и тоже отправлюсь с ним. Все, всем удачи, конец первой части, ну а я тоже отправлюсь в море, хотя и так в море, куда мне уже отправляться, но теперь мне уже надо будет плавать, на два, ну сказали так, что на два, все, всем пока, конец первой части, привет вам с Лазаревского. Поплыл я, короче, тоже.